Кризис делает свою часть. Кризис, он убивает сверху, так сказать, все, что есть. Наша задача на сегодняшний день продумать, как мы можем помочь этому процессу, чтобы помочь человеку понять, что ему нужно измениться для того, чтобы ему было лучше. Как мы это можем сделать? Это воспитание. Доктор, это воспитание. Это людей надо лечить. Лечить в том смысле, что они сегодня поражены. У них поражен мозг. Вся система восприятия, система анализа, система выводов, система реализации. У них этого всего нет, это все поражено. Этим вот жутким злокачественным образованием, которое съедает их внутри, называемым эгоизм. И до тех пор, пока мы постепенно... Сначала надо выявить, что это за новообразование вот такое страшное, которое есть в нас, чего раньше мы когда-то не наблюдали, или не в такой степени, чтобы могли его определить как смертоносное. Это да, это проблема.